Люди, смотрите на меня. Ребята, сейчас вы увидите, как прошел наш пиздатый тур. Приятного просмотра. Я усы. Я сделаю тебя самой счастливой на свете, малыш. Друзья, Югославия начинает сезон добрых дел. И сейчас мы вместе с моими коллегами-музыкантами отпустим на волю птичку. Лети, птичка! Лети! Ну лети же! Попробуйте еще раз. Вот так. Лети! Доброта. Главное в жизни – это доброта. Сука. Продолжаем рубрику «Добрые дела от Югославии». Твори добро вместе с нами. И сегодня мы очистим его. Делать добро очень просто. Юль! Мне кажется, ты... Спасибо за толчки в спину, за знаки и символы. Спасибо, страшно думать, что будет завтра, но с тобою легче. Вы не проходите, до свидания, вы не в танце. Ура! Короли перехода! Это Ярославль. Котики, добро! Лёх, слушай, а ты вот это, свои рога, ты вообще куда девать-то собираешься-то? А пойду сдам, наверное, куда-нибудь. Да где я вообще? Кому нужны рога, в принципе? Я знаю! Куплю рога! Любые! В любом состоянии! Выезд на дом! Ярославль, он такой! А еще вот что главное! Где родился, там и пригодился! Вообще просто приключение такое. Американские горки. Ого! 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 О, там будут проводы! Вова, аккуратно, ноги! Бежим, бежим, я бежим. Я тоже бежим, хочу участвовать в игрище. А тут Юля тоже снимает и видео. И как только я даю команду, что? Он глоб, как мы сажаемся на свой расчет.
А мы где? Мы 10 часов стояли на границе, чтобы отыграть самый замечательный концерт в Одессе. Чтобы за всю успеть историю. Посмотреть город Одессу. Купаться! Ходить в оперный посмотреть! Сука, ну мы стоим 10 часов на ёбаной границе! Если группа Югославия сдохнет, то знаете, где нас искать. Ах, Одесса! Жемчужина у моря! Хлопцы! А поиграйте чуть-чуть на эмоциях! Как твои пчелы поживают? Пчеловод? Пасечник. Пасечник. Вау! Ты уже забился, так забился. Дурак. Мамка не одобряет. Сейчас совместное... мы можем наблюдать за поведением братьев Паралёвых в природной среде обитания. Как группа Югославия делает все. Светская жизнь. Селебы. Ого! Ого! Съездили в Одессу, посмотрели на море. А там Юля и кофе. И такса! И такса, но если посмотреть немного левее, то можно увидеть море. Хотим обязательно вернуться сюда, когда будет тепло. Сейчас будем кидать монету. Сейчас. Раз, два, 10. Мальчики взяли меня какать! Мужской туалет! Ого, как тут интересно! А с кем я пойду какать? Вова! Вова, подожди! Мне Андрей сказал, что я с тобой пойду какать! Так вот и обещают, понимаете? Какать! У нас были разные города! Мы играли разные плейлисты! И вот мы снова едем домой в Минск. И это уже не 11 Б. Это первый курс. Ребята, за наш тур. Лёша Восковой такой. Первый тур нашей жизни. Подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте. На наш канал в Ютубе. Подробности внизу. И опускай камеру. Мама? Нет, не мама. Я. Я считал, что я самый крутой. Что ты будешь смотреть? С тех пор ничего не изменилось.